Одесса, поликлиника, кабинет невропатолога. Доктор, у меня что-то с памяти. Все, что было до перестройки, помню отчетливо, а все, что после, ничего не помню. Белое пятно. Скажите, доктор, это у меня случайно не склероз? Нет. А что же это такое? Это ваше счастье. Сегодняшний день. В Одесском цирке дрессировщик слонов Альберт Голенищев-Зарайский за рюмкой водки в компании делится секретами своего ремесла. Я вам скажу откровенно, дрессировать слонов вообще очень просто. Берешь молоток, даешь слону по хоботу, и он садится. Но вы меня простите, перебивает его Циперович. Я был у цирки на вашем представлении. У вас не было никакого молотка, вы просто подошли к слону и что-то шепнули ему на ухо, и он сел. У вас с ним какая-то договоренность, что вы ему шепнули? Так я же ему и шепнул, а по хоботу хочешь? Одесса, сумасшедший дом. Весь коллектив с радостью провожает выздоровевшего пациента. Кабинет главврача Маргулиса. Ну, с батенька, поздравляем вас с выздоровлением. Мы все очень и очень рады и гордимся вами. А как я рад, доктор, спасибо вам, это же надо. Не понимаю, как мне в голову могло такое прийти. Я Наполеон, я Бонапарт. Действительно, с ума сошел. Наполеон, Бонапарт. Благодарю вас, доктор, вас и весь ваш замечательный коллектив. Не за что, мы все очень и очень рады. Теперь вы, наконец, знаете, кто вы. Конечно, доктор. Ну, кто? Я Михаил Илларионович Кутузов.